Если прикоснуться к этой, она прогибается, поэтому явно не выдержит вес ребенка. Одно движение, и путь на улицу открыт. Какие-либо умышленные действия родители не совершали, которые могли привести к несчастному случаю. Каждый год в России из окон выпадают десятки маленьких детей. В списке несчастных случаев, связанных с детьми, падение из окон находится на 5-м месте. По данным МВД России, в 2020 году из окон выпали 1339 несовершеннолетних. На месте погибли 145. Полицейские не устают напоминать о соблюдении необходимых мер безопасности, когда в доме есть маленький ребенок. Отодвиньте все виды мебели от окон, чтобы ребенок не смог самостоятельно забраться на подоконник. Используйте на окнах специальные замки, фиксаторы и другие безопасные устройства, которые не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно. Берегите своих детей. Проблема активно освещается и средствами массовой информации. На телеканале «Самара» ГИС не раз выходили сюжеты, целью которых было предотвратить трагедию. И вот, наконец, свершилось. В 2021 году с проблемой решили бороться с помощью закона. В России утвердили ГОСТ на окна. Документ меняет технические требования к оконным и балконным конструкциям и адресован производителям, а также застройщикам. В Самарской области очень серьезно по линии средств массовой информации, и телеканал ГИС здесь был одним из самых главных медийных проводников этой идеи. Много работали над тем, чтобы эту тему вынести на федеральный уровень, и самое главное, чтобы ее законодательно решить. И вот оно состоялось. Новые требования включают в себя не только детский замок, но и использование специальной фурнитуры и блокираторов, мешающих случайному открытию окон. Нововведения также касаются высоты подоконника, площади неоткрывающихся створок в оконных блоках, наличия блокирующих замков детской безопасности. Детские замки не новинка для оконных производителей. Однако, если ранее их заказывали по желанию, то теперь они станут обязательной деталью оконной конструкции. Их средняя стоимость от 350 до 700 рублей в зависимости от типа модели. Вот на данном образце у нас стоит и детский замок, его называют, и ручка с ключом. Сейчас я вам продемонстрирую, что сейчас окно полностью открыто. Если мы хотим защитить ребенка, то есть мы закрыли окно, кнопочка нажала, и ключ родители убирают. То есть сейчас с этим окном больше сделать ничего невозможно. Что касаемо детского замка, мы его просто закрываем, ключ убирается, вешается куда-то там. Ну, у меня вот он дома сверху висит, куда ребенок не достанет. В этом случае у нас окно не открывается, но мы можем пользоваться проветриванием. Производители и ритейлеры говорят, что для них, по сути, ничего не изменится, себестоимость замка не так высока. А для родителей и детей его функция бесценна. Мария Левина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров. События.